В Красноярск возвращается летняя жара. В субботу в городе ожидается переменная облачность и плюс 24 днем. Похожая температура ждет нас и в воскресенье. Возможен небольшой дождь с грозой. Так что, если по необходимости соберетесь выйти из дома, возьмите на всякий случай зонтики. Синоптики обещают, что уже в начале следующей недели, с 18 мая, погода начнет меняться в положительную сторону. И в Красноярске задержится жара. Столбики термометров покажут до плюс 28 в светлое время суток, а ночью до плюс 16. Но окончательно пока куртку убирать не стоит. Все-таки май у нас пока непредсказуемый. Но вот на ближайшую неделю, думаю, уже пока стоит убрать. Дневные температуры ожидаются достаточно высокие, ближе к летним. Поэтому, думаю, стоит на время их все-таки убрать.